Онкопатруль завершил работу в Заполярье и отправляется в следующий регион. Просветительская и профилактическая работа продолжится, пока не охватит все регионы. Наталья Дуркина продолжит тему. Онкопатруль побывал уже в 13 регионах. По традиции, в завершении каждой поездки эстафета передается в следующий регион. Впрочем, в Ненецкий округ высококлассные специалисты высадились вне очереди по просьбе сенатора Риммы Галушиной. Я обратилась к Андрею Дмитриевичу Каприну с просьбой, чтобы провели, потому что это федеральный проект. Он проводился до нас в 13 регионах, наш регион – это 14-й. Поэтому я обратилась, чтобы они нашли возможность и провели онкопатруль у нас в регионе, поскольку в регионе у нас нет своего онкологического центра, и это очень важно. А онкологические заболевания у нас выходят лидирует в рейтинге заболеваний, поэтому, конечно же, вот эта помощь, она была нам просто необходима. На протяжении 4 дней 13 специалистов-онкологов проводили профилактические осмотры, просветительские беседы и мастер-классы. За это время выполнено 2 оперативных вмешательства. Еще одна пациентка в скором времени также будет прооперирована. За эти дни, которые группа врачей здесь провела, было обследовано более 500 человек. И цифры внушительные и результатами. Дело в том, что 19 подтвержденных новообразований уже выявлено, и у 28 человек найдены подозрительные симптомы на наличие онкологического заболевания. Все пациенты будут дообследованы либо здесь, на месте, начато лечение, либо кто-то из них будет направлен на лечение. К слову, пациентов, у которых были выявлены злокачественные образования, направят на лечение в Архангельский клинический онкологический диспансер, а также в Московский национальный медицинский исследовательский центр радиологии. И мы планируем продолжать взаимодействие дистанционное. Мы готовы приезжать сюда еще, готовы принимать специалистов на обучение в наших центрах, готовы использовать дистанционные формы взаимодействия, которые сейчас очень активно в медицине используются. Это и телеконсультации, это и совместные осмотры, там, данные обследований. Все это мы будем делать. Всероссийская акция «Онкопатруль» направлена на раннее выявление и профилактику онкологических заболеваний. Она реализуется в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Наталья Дуркина, Антон Водряков, телеканал «Север».